Здравствуйте, с вами Олегыч, вы на канале Олегыч Геймс. Мы продолжаем игру Dragon Sand Online. Так, одолейте капитана нежити в малом склепе. Ну мы же его убивали, ёб твою мать. Что, идти теперь в малый склеп, что ли? Опять его... Блять, опять придется его. Видите, тут даже есть офигеть путеводитель. Блин, ну мы его убивали уже, елки-палки. Еще раз убить. Да без проблем, убьем мы его. Мне, в принципе, несложно его еще раз ушатать, если это надо. Ну мы там просто уже были как-то, блин, одно и то же. Могли бы уже засчитать нам прохождение этого квеста. В принципе, сейчас выпадают опять какие-то охеренные вещи. Так, подождите-ка. В обеих руках. Я думаю, обычные вещи можно нахер выкидывать. Они здесь реально не нужны. Такие вещи еще можно реально продавать. Так, где этот хрен? Оглушил нас. А, мы еще даже с них хиноманты вон поднимаем, офигеть. Неплохая тоже вещь. Только я бы его сюда поставил. Блять, опять открыть можно? Блин, вы знаете, мне уже жалко даже открывать, блин. Тратить эти ключи, честно говоря. Тогда все, пошло нахер. Мы это сделали. Реально сейчас, блин, пойдет все ключи по жопам, блядь, с этим склепом.
Так, давай, бородач. Кстати, нам надо бы телепортнуться в город. Вот что я думаю. Попродавать эти вещи. Бабки пригодятся, я думаю. Сейчас замутим комбину. Так. Да, все, что надо, я сделал. Таланта есть. Что там? Ты больше ничего... Отстроить ли можно крепость? И куда мне на этот раз, да? Ага, все, я понял. Так. Чик-чик-чик. Один талант. В сраку его можно засунуть. А, 10 уровень, ребятушки. Щитосик. Есть. А это что такое у нас? Все виды сопротивления. У нас уже вообще какой-то зверь. Ну во, сопротивляемость такая. Ага, тут вот процент есть, понял. Это говноремень. Хотя, в принципе, что выкидывать. Что там хотят за телепорт? 50 меди, блядь. Согласен. 50 меди, хер с ним. Я не хочу сейчас 3 часа просто лазить здесь. О, есть какой-то знак восклицания даже, да? Так, давайте сначала тут расплавить, улучшить древо. Так, я хочу его попродавать нахер. Тут я не знаю, что с этим делать. Не, я не буду обычные вещи покупать, это 100%. Так, я бы еще на ремонт бы залез, да? Так, плаща нету, нета, шлема нету. Пятнадцатый уровень. Да пошли бы в жопу. Губительное варево, молодой человек, мои подруги Ирине, не среди беженцев, у меня очень больные ноги, вы могли бы сходить в УГП и искать эту козу. Что, блядь? Опять ее искать? Давайте, тут столько заданий, блин. Где она это? Ого, где она находится? Так, ну мне тогда даже этого направления не надо. Я не горю? Вроде нет. Так, какой-то пояс даже нарыл. Красота. Неземная прямо. Хороший прыжок. Так, он еще и перегружается, то я бы прыгал тут до бесконечности. Цепь на шею, что за цепь?
Шанс на критический удар. Нахер пошли. Смотри, как он, блядь, зверский. Ну, варвар тоже, кстати, так скачет. Так, не туда меня чуть понесло. Вижу, дверька мигает. Похоже, что дома никого нет. Надо рассказать о своей находке. Так, обратненько телепортируемся. Боже, я же думал, что я на лошади, чуть не охренел, блядь. Думаю, откуда, блядь, лошадь? Все колбасятся. Так, все, выполнили задание. Тут это что было. Отлично. Теперь можем за 50 серебряных. Опа! Да ты чё, блядь? Ну хер с ним, давайте, блядь. С этими деньгами, блядь. 2 серебряных, блядь. Ничего себе цены пошли тут. Ядрёно ваш. Чем дальше, тем все дороже. Так, чё у нас тут творится-то? Ой, тут свои задания будут, да? Так, чё ты там хочешь? Так, здорово, пожаловать, юный воин дракона. Крепость разгорела тарам-паром. Также здесь в рубном центре происходят странные вещи. Хорошо. Лихие настали времена. Окей. Глава 2. Разрушительная иномагия. Бля, это тут такой колхоз там ходит. Ёб твою мать. А это что за хрен? Что за 10 вообще? Что за клеверы? Откуда их взять? У вас имеется 0 клеверов. Ну, так понятно, что их 0. Да, блин, жопа. Так, что еще тут есть интересного? А, я понял, понял. Тут ставки всякие. Это что такое? То же самое? Ага, пошли в жопу эти шуты, блядь. Будем сейчас разбираться, что тут вообще есть. Тут можно жить реально в этом мире. Такое создали всякую там херотень, блядь. Так, это есть путеводный камень. Хорошо, вон я уже где. Да, потихонечку продвигаемся. Тут вообще какие-то звери, блядь. Значит, я правильно все иду. Так, нам сюда. Так, вы принадлежите этому странному союзу, не правда ли? Па-па-па-па-па. Так, людям нужна чистая вода, я понял. Принесем, значит. Нечто очень странное, мой господин. Найдите сверток на дне колодца.
А ты что хочешь? Так, хорошо, сейчас разберемся с этим заданием. Честно говоря, тут я в ахере, блин, сколько тут всего лазить. Давайте хотя бы осмотримся, да, что тут есть. Королевская арена. Ага, тут можно на арене зарабатывать деньги и это вот брать, да? Меня там порвут как тузик грелку на той арене. Я даже не хочу туда лезть. Так. О, все тут у этого прямо кузнеца, блядь. Я бы взял. Все как сумасшедшие здесь поналазили, блядь. Продохнуть негде. Мастерская. Ага, 4 предмета. Вот, типа, вот сучковая вот эта, блядь, херня, я понял. Я слышал об одной короне, носящей которой обретает несметное богатство. Ну, давайте, пока тут... Я так понял, что тут надо... Добудьте корону. Ага, отлично, нам туда, да, посоветовали идти. Давайте все до конца тут хотя бы осмотрим, что тут вообще можно еще делать. Тут какой-то хрен есть. Ага, торговец артефактами. Сейчас какие-то скидки, типа, да, бешеные, блядь. Понял. Ну я пока в принципе в зельях не нуждаюсь. О, можно лошадку купить, может, себе. А тут своя жизнь в городке, смотрю. О, это с этим великаном? Нихера себе. Ого, тут цены, мама мия. Ну самое, о, за 20 золотых можно какую-то лошадину купить себе. Подарочки, блядь. Посох феи, пошло в жопу. Нема мне таких бабосов. Ага, плащ есть всякий. Тоже какая-то херотень. Какие-то звуки такие все издают здесь странные. Зеленый кусака, блядь. 5000, да, блядь. Тут надо конкретно бомбить. Фейерверк. Королевский щит какой-то, наплечники, натиска. Ух ты. Да, есть куча разных вещей интересных. Yeah.
Всякие самоцветы, я понял. О! Камеру хранения? О, вот это уже хорошая новость. Давайте вот это сюда поставим. Камера хранения, блин. Видите, не зря все-таки здесь полазили, камеру хранения вон нашли. О, тут... Ага, тут будет куча заданий, я уже понял. Блять, а что здесь не пройдешь? Ага, когда в игре проходят акции. Понятно. Взял того медведя с этого фильма, блин. Забыл, как называется. Блин, там этот мишка был в броне, блин. Так. Здесь я вам скажу, да хрена всякой чепушни. Я офигею, конечно. Так, а я хочу пройти сюжетку, квесты, блядь, а не вот это вот тут. Я же не буду жить, блядь, в этой игре. Так, сразу давайте к заданию идем. Вот. Оптимальный нам маршрут здесь сделали. Вот как раз мы туда и пойдем. Тыква вон прыгает, все понятно. Происходит всякая херотень. Так, мы активировали этот портал, да, он есть у нас. Это, видите, город здесь. А тут уже все. А, здесь вот будет куча заданий. Тут городок, вон, я вижу, есть. Тут городок. Так, ну давайте зачистим тут территорию. Так, рвач. Сейчас будем жопы надирать тут всем. Ой, тут есть телепорт. Так, я нахожусь здесь. Гроты Хагастоуф называются какие-то. Грот, это какое-то подземелье. Ух, тут сразу заданий куча. Какие-то жопы бегают он. Какие-то яйца, блядь. А ну спать, блядь. Симпатичный уровень, кстати, скажу я вам. Осколок сферы какой-то, блин. Хрен поймешь. Бешеные. О, вот есть. Так, какую-то книгу мы взяли, да, добудьте корону еще. Да, здесь какое-то варево, тут эти вот колдуньи везде. Так, давайте глянем, что я там нагреб. Ой, наконец-то хоть какой-то шлем. 14 уровень, кожаный шлем. Сюда его. Это что за крутый фан?
Спи, пускай пока будет. Это что, книга теней? Это у нас задание какое-то есть? Ага, это вот эти камни вставлять можно, да, куда-то? Например, сюда, типа, да, если есть дырки, я понял. Разберемся. Так, давайте дальше. Так, я там пропустил один знак вопроса, как бы, блин, туда сначала забежать, посмотреть, что там такое будет. Бедный застрял там, что ли? Легко умирает. А, вижу. Первый ингредиент собран, да? Окей. Тут надо все пролазить. Блять, все высоких уровней, блин, выпадает здесь. Может, я залез, блядь, не под свой уровень? Так, давайте тут дальше побегаем. Обойдем эту всю локацию. Тик-тик-тик. Да пофиг, открываем эти сундуки, нахера они тогда нужны? Так, он лучше, да? Но там все виды устойчивости не пойдет. А куда этот зуб засунуть можно? Ух ты, елки, смотрите. Критического урона, урон плюс 3. Нормально мы срубили. Еще какой-то камень. В доспех можно засунуть. А куда можно? Пускай будет. Куда-то надо их распихать. Чтобы место не занимало. Один шлем нахер. Вообще простые вещи, я заметил, они нахер не нужны. Эти хоть продавать-то можно будет. Так, хорошо, давайте дальше. Так, вот, ваша двойная вещь для задания. Хорошо. Расхреначил их.
на продажу просто может пойти. Так, давайте дальше. Ну, карту сейчас все обойдем. Там какой-то главарь, наверное, там где флажок. Я так себе предполагаю. Надо осмотреться. Так, потихоньку уровень качаем. Так, тут ни хрена нету. Это босс. Шлем там неплохой. Блять, а все хер знает каких уровней, блин. 13-й. Тут пока накачаешься, блядь, тут 10-й вон. К 11-му не знаешь, как уже дойти уровню. Ого, какой сундук. Нет у меня столько отмычек, чтобы открыть эту херотень. Так, что-то там еще выпало. Ну, давайте глянем. 12 урон, плюс 3 критическая, плюс 16. Ага, вот это по заданию корона короля мы нашли. Ага, есть, я его понял. Это прикольно. Ага, ну мы сейчас тут все и сделаем, я уже понял. О, какая-то бешеная ведьма. Нахер пошла. О, меч взяли. Так, таланты что у нас? 2. А мне мало 2. Тут 3 надо, дам 4 вообще. Так, итого. Ну, а, кстати, улучшить это прыжок можно. Почему бы нет? Ой, блядь, двуручный меч, голяк. Хотя, может, был бы и неплох. Так, надо уровень поднимать. Я тут вещи не могу напялить. О. Здесь патоньки. Так, рассказать о результате, это я понял. Так, что-то мы взяли, какое-то топорило, да? О, на одноручный топор, блядь, 25-33, нихера себе удар. Так, давайте дальше.
древние знания. О, блядь. О, это вот хорошо. 7 нашли, вау. Сапожки. Я думаю, вообще даже не стоит, наверное, подбирать такие вещи. Херово то, что у нас уже, блин, по вещам тут попандос. Отлично. Какие-то знания тут нагребли. Обычную дубину я даже брать не буду. Так, ну остался там кусок еще наверху. Я вот единственное, что не знаю, что делать с инвентарем. Ой, блядь. Ого-го. Может, давайте выйдем, закроем эти квесты. Может, сюда еще какое-то задание будет. Так что пойдем еще раз тут все разорвем. Так. Давайте вернемся. Сейчас возьмем еще по новому заданию. Так, у нас же два знака вопроса, что тут и там есть. Ох, ёлки-палки. Так, у нее больше нету заданий. У этой подруги еще одно есть, да, задание какое-то было? Так, землетрясение, тут уровень подняли. Давайте, чё бы нет. Ай, блин, я понял. Повторно. Все, будем знать. Так, давайте там еще вон появились задания. Тоже их активируем. Ух ты, какой лев страшный. Так, этот что хочет? Так, с той Мелиссой надо поговорить. И тут еще, он, я вижу, задание есть еще одного чувака. Так, знаете, что я думаю? Надо продать кое-какие вещи, потому что у нас сейчас инвентарь вообще будет в жопе. Так, 12 уровень, вот у нас есть шлем, да? Прочность доспеха. Пока ставим его. Так, открылось кольцо. Продаем его.
А, это повязка на голову? Я офигею, лучше, чем шлем. Придумают, блин. Так, это топор оставляю. Хороший топорик на 14 уровень аж. Так, отлично. Землетрясение есть что-то? Я тут пальцы надо везде натыкать. Так, давайте тогда вот так сделаем. Поменяем местами, чтобы я смог. Одно очко умения. Хорошо, этого нихера нету. Так, с этим мы разобрались. Все, на карте осталась только та подруга Мелисса, там что-то хочет. Плащ власти вон можем склепать. Может быть такой, что нам он подарит, его потом мы его на себя напялим. Хрен его знает, короче. Боже, тут на таких зверях прям бешеные. Так, отлично. Что у нас теперь тут? Плащ власти. Ага, нам туда идти, да? Не знаю, что. Так, да, нам еще тут надо что-то пособирать, поделать. Давайте посмотрим, что там у нас есть. В принципе, здесь можем сугубо по заданиям пробежаться. И все. А, вот нам показали опять знаки вопросов. И постоянно, я заметил, обновляются тут эти враги. Так удар на расстоянии этого воина. А, видите, опять это же задание. Надо повторно уже не брать эти задания. Они реально нахрен не нужны. В принципе, может, с одной стороны, это прикольно, что они сделали их так. Так, это мы взяли. Давайте дальше. О, заодно эти собираем.
иноманты сраные. Так, все здесь мы все сделали. Ага, вон еще и знак вопроса на самом верху. Так, что мы там нагребли, мне просто интересно. Щитос будет получше, да, моего. Колпак взяли. Так, опять эти какие-то кристаллы. Так, тут 14 уровень ждем, чтобы на себя напялить этот предмет. Так, теперь еще тут у нас пару знаков вопроса осталось. Молотом прошлись по этим, блядь, козам. Так, тут вроде все сделали, да? Так, еще раз в инвентарь, что мы тут нагребли. Так, все, теперь идем туда. Наверх. Так, это перчатка обычная. Я даже не хочу лишь это печатка, да. Нафиг обычные вещи не нужны. Я уже даже больше на синие ориентируюсь, но бывает смотрю зеленые получше. Так, подождите, можем здесь пройти, да? Так, скоро 13 уровень будет у нас. Угу, монеты. Так, 2 золотых мы нашкребли уже.
Так, есть. Этих расхреначили. Это колодец тут. Всех ушатал тут. Заодно сейчас хоть прокачаемся. Мне тут топор нужен очень козырный. Так, это мне не интересно. Болотняк здесь какой-то. Так, давайте вот что мы сделаем. Что у меня там в инвентаре творится? Какая-то книга ведьмина. Так, это что такое? Перчатка, прочность доспеха 74. Тут урон плюс 5 еще идет, да? Чем ему лучше? Чем он сильно и не лучше, в принципе. Так, а сюда? Здесь не вижу дырок, блин. Так, все, тут разобрались с этой кучей всякой херни. Тринадцатый уровень, отлично. Так, два есть уже. Это мало.
Так, а что у нас там было на 13 уровень? Я уже просто потерялся. Что-то было, что-то. Хрен его знает. А, может, мы уже выкинули то, что было? Скорость атаки 76, здоровья. Все ждем этот уровень, бля, конский. Какая толпа, блин. Так, стёганый доспех. Надо понять, что мне не нужно реально. А, вот этот шанс на критически. О, кожаный наплечников у меня еще не было. Или были, блядь. Так, а что у меня там с наплечниками, если не секрет? Четырнадцатый уровень, блять, ну вы что, издеваетесь, что ли? Блять, я ж не знаю, что нахер выкидываем это тогда. Где тут это задание? Какое-то варево. Все, выполнили это задание. Так, можем отсюда сваливать, я так понимаю, да? А не, подождите-ка, есть подруга какая-то.
Так, мне интересно вот эту рубаху посмотреть. Так, этот щит цена уже роли не играет. Рубаха, надо глянуть. Со всеми видами сопротивления, блин. Да, рубашку ставим эту. Все. Это нахер не нужно. О, подождите-ка. А вот это можно взять. Так, пускай используется. Так, так, так. Все, да, можно телепортнуться. Тут мы все задания выполнили. Бесплатный телепорт в город. Есть. Опыта насыпали так неплохо, я вам скажу. Так, и нам надо, знаете что, попродавать этот лишняк, который мы там нагребли. Блять, это не то. Где здесь кузнец? Есть какой-то? Вот, тут здесь можно попродавать сейчас будет. Там все сопротивления. Да пофиг. Самоцвет, не самоцвет. Куча всяких заданий, блять. Вещи все относятся к заданию, блять. Сейчас пройдемся по этим всем заданиям. Глава 3. Искушение принца. Ух, ёб твою. Так, хорошо. И что там у нас по инвентарю? Пока нихера по инвентарю. Я смотрю, здесь шибко не изменилось. Так, сейчас сюда сбегаем к этому мужику. Так, этот хрен тоже дал нам задание. И давайте еще к этой зайдем подруге. Может, там и книги те хотя бы скинем. Реально, куча места занимает. Я не могу нормальные вещи собирать. Уже повторные задания брать не будем, потому что, ну, реально нету смысла. В принципе, мы так и так туда шли, там были другие задания, но не хочу время тратить на то, что уже как бы сделали. Все, отлично. Что там у нас исчезло по инвентарю? Хорошо, а что с этими вещами делать? Вот мы насобирали, блин, куда их девать-то, а? Эти книги, блин, вот это вот к заданию. Лунная ткань, блин.
Или там нам дали задание это собирать, это в количестве, и от него понять. Сейчас посмотрим. Понял. Ага, лунной ткани. Золотой гусь какой-то. Что нам опять туда? Ага, раритетное одеяние. Значит, мы не все выбили, да? Шляпа, сапоги, рукавицы. Значит, там что-то еще нужно выбить. Я понял. А что с этими сраными книгами, бля, делать. Сколько этих книг должно быть, что-то я не понял. Заполучите книгу ведьмы совета. Так мы заполучили их уже хер знает сколько. Сколько их должно быть? Их нельзя тут, блядь, соединять. Три книги, блин, елки-палки. Так, хорошо, давайте уже в следующем видео продолжим, потому что тут, блин, еще непонятно, что надо делать. Так, хорошо, с вами был Олегыч, это канал Олегыч Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.